Акция «Сделай подарок родной школе», объявленная главой региона Сергеем Меликовым, продолжается в Каспийске. На этот раз эстафету принял заместитель главы города Гусейн Ункилов. Для воспитанников коррекционной школы номер 10 он подготовил разнообразные развивающие игровые наборы. Детишки, это все для вас. Вы у нас самые умные, самые красивые. И чтобы у вас ваш директор и ваши учителя, они за вас переживают. Они стараются быть всегда с вами рядом. Вы тоже их любите, уважаете их. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы вы были такими умницами, такими старательными детьми. Как отметило руководство, педагогический состав образовательного учреждения – это очень нужный и полезный подарок для детей. Благодаря таким играм ребята улучшают свою моторику, а также занятия дают положительный эффект в психоэмоциональном развитии. Сегодня я хочу выразить благодарность Гусейну Магомедовичу за то, что он на личные средства приобрел для нашей школы развивающиеся игры. Это нам очень необходимо. Это поможет нашим учителям, воспитателям проводить более интересные мероприятия, заинтересовать наших детей, чтобы они могли в сложившейся ситуации решить какие-то проблемы, проявить интерес к предмету, а также помочь в развитии особенно их психолофизических особенностей, развитии их мышления, внимания. Неурочная деятельность тоже помогает. В свою очередь Гусейн Ункилов передал эстафету своему коллегу, заместителю главы Каспийска Арсену Шерифову.